Мы получили два роботизированных аппарата для подготовки проб к ПЦР-диагностике. Они установлены, один аппарат это установлен в городском центре гигиены и эпидемиологии, а второй аппарат установлен в Гродненской областной инфекционной больнице. Они помогут быстрее выполнять тесты ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию, ну и, конечно же, сократят время проведения исследований, что также нам необходимо. В ближайшее время в Волковыске ЦРБ будет установлено также оборудование, уже имеется амплификатор, обучается медицинский персонал, и с начала декабря Волковыской ЦРБ будет также введена, будет возможность обеспечена ПЦР-диагностики. Близлежащие районы также будут перераспределены для выполнения ПЦР-диагностики в Волковыскую ЦРБ.